На календаре 1 октября, это значит, что сегодня поздравления принимают бабушки и дедушки всего мира. Уже более 20 лет в этот день празднуется Международный день пожилых людей. Как поздравляли ветеранов труда актера Чувашского государственного театра «Кукол», узнавала Юлия Важенина. «Достанешь мне черевички, в которых сама царица ходит, выйду за тебя замуж». Главные герои премьерного спектакля «Ночь перед Рождеством» встречают сегодня гостей Чувашского государственного театра «Кукол». Гостеприимный дом сказки приглашает ветеранов труда, чтобы поздравить старшее поколение с их ежегодным праздником – Днем ветеранов, который уже довольно давно стал доброй традицией. Артисты, которые много лет радовали зрителей своим творчеством, сегодня сами почетные зрители. Своим премьерным спектаклем поздравили ветеранов труда ведущие актеры театра «Кукол». Ежегодно, как мы с вами проводим мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. И, конечно же, то, что эту дату придумали, это замечательно, потому что не всегда у ветеранов находится время прийти в театр. И в этот день наши ветераны, которые много лет работали в нашем коллективе, приходят к нам в театр, и по традиции мы всегда показываем им премьерные спектакли. Сами же представители старшего поколения артистов с удовольствием приходят на подобные праздники, чтобы вспомнить былые времена и встретиться с коллегами. А для заслуженного деятеля искусств Чувашии Татьяны Моревой это любимый театральный праздник. Прихожу в театр «Кукол», смотрю спектакль или какую-то интересную программу, встречаюсь со своими людьми, с которыми я работала, вспоминаем. Пьем чай и очень довольны. Очень все уютно, по-семейному и хорошо. В холодное время года очень теплый праздник. Эмоции такие я даже не могу передать. Это моя радость, это моя жизнь. Это все мое. С чего началась моя жизнь? От всех спектаклей театра «Кукол» жду только хорошее, потому что я люблю этот театр. Второе отделение праздничного мероприятия больше походило на семейное торжество. Традиционное чаепитие началось с поздравления юбиляра Рены Виноградовой, заслуженной артистки Чувашской республики. Хочется вначале поздравить нашу юбиляршу Рену с юбилеем. Спасибо. По обыкновению, посиделки с ветеранами прошли в теплой доброжелательной атмосфере. Несмотря на возраст, мастера сцены молоды душой. Вполне возможно, потому что всю жизнь играли в куклы и сохранили способность по-детски радоваться каждому дню. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.